В общем, выбрался. Ну, секунду, надо фон набрать. Все согласны? Так. В общем, ребят, выбрались на улицу. И меня уже зовут. В общем, мы на улице. Сидим, чирикаем и все в этом духе. Вот две красавицы. Ой, этот, паникую. Сразу видно, кто в защите. В полной защите. Кому защита нравится, а кому не особо защита нравится. Полное игнорирование. Ладно, мы пошли. Идем, в общем, кушать в ресторан. А в ресторане, а в ресторане. Тиш-тиш-тиш-тиш. Да, Лис? Где, как говорится, многовато, но мы прорвемся. Ай. А тебе места много? Что? Места много? Я не знаю, я не помню. Все, бежали. Нет! Нет! Лиска! Это поворот. Оп-оп-оп. Это не туда. Я точно пролезу. Это не туда. Ай. Побежали. Ребенок видно. Лиска, как на месте, знаешь, что-то другое, давай? Что мы домой увидим? Хорошо? Может, она хочет в супермаркет и там повозить эту тележку. А, поменьше взяла. По-моему, она такая же. Возьмем топы. Там наверх. На четвертый этаж. Это только у нас второй этаж. Такой самый большой торговый центр в городе. Логичный. Поэтому топаем по самому большому торговому центру. Или как он там называется? В нашем городе. Аврора называется. Там можно и покушать, и кинотеатр сверху есть. Куда мы не пойдем? Мы будем танцевать. Что, не работает? Что не работает? Лифт не работает? Лифт работает. А, кинотеатр не работает? Не, ну вообще есть он. Машинки нет. Здесь вверх красиво, да? Подниматься будем. Это, конечно, не реклама Аврора, но все же. Тыры-тырым, тырым, тырым. Не, мы не выходим, жди. Люди. Тырым, тырым. Она пошла на четвертый. Угу. На четвертый. Хавать просто лучше. Надо сейчас. Так, на третий. Не, Алис, нам выше, жди. Давай. На следующий у нас пойдем уходим. Выше, брать ресторан.
Все. Последний этаж, это крыша вообще там. В общем, пытаемся фишку выиграть. Только не знаем, что выиграть. Четыре сыра, итальянская, не итальянская. Есть какие-то предпочтения? Предпочтения есть? Предпочтения есть там сыром, не сыром? Пицца? Да. Это где? Цезарь. 140, да? Одну или две? Я думаю, одной мало будет, две может. Ой, себе еще две взять. Вам одной хватит? Нам, да. Тогда две беру. Берем тогда... Ну давай я одну четыре... Фу. Давай я тебе цезарь беру. А себе что другое беру? Разнообразие. Ну мы, надеюсь, поделимся с тобой. Ты ж не против? Ну коронавирус, там защита, все дела. Так, а что еще взять? Ладно, сейчас что-нибудь выберем. Берем одну пиццу, цезарь. Берем по ходу. Какой еще не знаем, но выберем. В общем, заказали вареники с картошкой 30 грамм. И там сметанку взяли. Не знаю, видно, не видно. Ну что там заказали? В общем, заказали какие-то роллы там. Кентаров какие-то, да. Ищет, ищет. Как мне кажется, их мало будет. Надо, наверное, еще брать. Скорее всего. А может и нет, не знаю. В общем, бежали. А Лиска хочет питаться. Все, Лиску украли. Другая женщина украла Лиску. Убежали куда-то, я думаю, где вы ходите? Людей относительно мало. Как относительно мало? Вообще мало людей. Не, ну в принципе неплохо устроено. Тут и бургеры можно, и пиццу заказать. В студии. И там лапшу, роллы. И там и вареники в конце. И всякие бургеры и не бургеры. И Алиску можно. Да, Алиса хочет Алиска. Еды. Туда. Вышли кататься дальше. Так, он за вареники кричает, поэтому идем за вареником. В общем, вареники готовы. И сметанка. Забираем. Идите кушать уже. Я с травкой расходом. Саша, ну идите кушать. Где там? Пошли кушать что-нибудь, сюда сейчас заберем варенье. Давай. Еще и сметаны. Смотри, что это. Достаточно. Да и мороженое можно? Да. Я мороженое купить. Да и мороженое есть? Есть мороженое, ну давай все поедим, потом купим все мороженое. Так, пойдем. Держи. Ой, Алиска. В общем, все поедим, потом купим еще одно мороженое. Чик-чик. Как говорится, и мы попробуем покушать. Только придется маску снять и вот эти братские перчатки. А как я без них? Коронавирус на дворе. Пандемия, все дела. Все сосиски отдала почти. Ну блин, ну ребенок с сосисками тебя. Вот еще два коктейля. Красавица для тебя. Только я не знаю, где какой. Ну у меня с гранатом был, этот розовый. Я не знаю, что это был, но у меня с гранатом был, поэтому он розовый. Перчатку уже снял, рука вся мокрая, не знаю, ужас. В общем, такой топик, без маски. Вкусный гранат. В общем, этот ребенок забрал у меня весь хот-дог. Вытянуть? И теперь они вместе забирают мою сосиску. Сосиска вся в специях, все на столу, сейчас все пойдет. Да, обидно. Что ты делаешь, сосиска?
Сосиску вытерли в салфетку, об одну, об вторую, вручили ребенку. У нас сплошная антисанитария, ну ничего. Салфетку мою тоже забрали. Ребенок. Эй, ребенок. Ну как так? Падечка вымыла. Опа. В общем, ребенку ходов не надо было. Немного следить по нему. Ту-ту-ту-ту. Так, давайте, пока они сидят, умыкают. Пакетики есть волшебные. Волшебные пакетики есть. Волшебная вилка. Вот такие. Все, соответственно, будешь. Смотри, Алиска. Киски, смотри сюда. Опа! Опа! Опа, 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 смотри. Капает. Все, Алиса, накушала. А сосиску, Алис, смотри. Алиса. Опа. Ничего себе. Только она не видела, как вкусен. Предлагаю еще раз вкусить, может увидеть. В общем, наши женские братки убежали. Оставили Фобик одного. Шли гулять. Что сказать хочу. Спасибо большое Хелу. В общем, наши женские братья ушли гулять. Оставили Фобика одного, покоя, так сказать. Спасибо за это прекрасное мероприятие. В первую очередь одному неизвестному, но человеку, который решил остаться инкогнито. Он поддержал нас максимально на кругленькую сумму. И сказал: Фобик, брат, что хорошо провели время и все в этом духе. Поэтому в первую очередь это посвящается этому человеку. А также, как ни странно, назовем так, второстепенных братьев, которые поддерживали это. Поддержка всех существенна, но конкретно одного человека была максимально и конкретно на данное мероприятие. Называть его имя не буду, но спасибо большое, брат. Сиса, брат, скорее кушал. Да. Сейчас еще должны принести всякие там роллы, не роллы, и будем их чирикать. Женские братки уже пошли там. Дальше он чирикает по этажу. То на лифте катаются, то еще что-то такое делают. Сосиски тут не доели немножко, но что есть, то есть. Все, чуть позже включимся. Остановимся, нет. Смотри, будешь кушать? Будешь? Ты же любишь такое? А ты что, еще заказал, да? Ну да. Пицца сказали, через 10 минут будет. Хорошо, будешь ам? Будешь ам? Если вам надо будет еще палочки. Угу. А, хорошо, спасибо. Что ты братские палочки? Берешь все? Да, беру. Ты пошли. Окей. Может, спасибо. Понял. Салфетки надо. Стоп, салфетки надо, я говорю. Еще. Ну, Алиска сейчас вымажется и все. Ладно, понесли. Так, этот видосик посвящается... Этот видосик посвящается тому, как кушает братская Алиска. Братская Алиска, как дела? Голодная? Сейчас дам, потерпи. Да, сейчас дам. Тын-тын-тын-тын. Это как опытный человек уже. Шарит там, что куда делается. Что отрывает рис ребенку? Ничего себе. Что-то ей не нравится, походу. Не нравится. Сейчас оно упадет. Кушай. Что непонятно, нравится или не нравится? Капуза горит, а? Алиска, тебе нравится или не нравится? Нравится. Алиска. Нравится или не нравится? Полный мариум. Ты-тын, 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 ты-тын. Маманька, вам нравится? Очень. Я еще ничего не пробовала. Не попробуй. Не могу. Они как до вареников, наверное. Вкусно? Так, это первые суши в моей жизни или не первые? Это не первый, это ё-моё. Пропустили до конца. Пропустил первый вареник, Саша. Да. Не стыдно? Ну, блин, ну я пытался успеть. А ну, тут протри. Щеку протри. Всё. Алис, я уже
все. Ну я ж не буду говорить, что... Туда? Ага. Хорошо. Очень большая. Хорошо. Ну вот это все, правильно? Вот эти два. Ну, поднос, я понял. Да. Хорошо. Да, девушка. Может, конечно, без проблем. Спасибо большое. А ничего, что одна отсюда, одна отсюда? Ты без разницы? Может, или сюда поставить? Или туда? Что, тебе палач? Не, ну просто одну мы там брали, одну тут брали. И разница не будет. Ну, хорошо. Ой, упали? Хорошо. Держи. Опа! На палками ты кидал. Лисочка, аккуратно, с палочками. Тын-тын-тын. Тын-тын, тын-тын-тын. Аккуратно. В общем, кушаем. Бррр. А сейчас показываю самое интересное. Есть у нас братские вареники. Ребенок там все пытается суши есть как-то с руками. Братики у нас тут все сидят, чирикают. Так, берем братский вареник. Хоп-хоп-хоп. Не, не так. У нас тут все разные суши какие-то. Какие-то там желтые, какие-то зеленые, какие-то оранжевые. В общем, воруем, не знаю какой. Зеленый давайте. Мне не вышь? Украли зеленую сушку. Зеленую сушку украли. Сюда кладем. Берем братский вареник. Ай. Во. Братский вареник взяли? Макаем сюда. Сюда макаем. Давай. Потом сюда макаем, это сметана. Опа. А теперь пытаемся его подрубить. Не знаю, видно, не видно? Теперь берем то же самое, делаем здесь. Давай. Давай. Давай, блин. И употребляем. Ну, чувствуется рыба. И вареники чувствуются. Поэтому есть можно. Повторите. Невкусные тут суши. Но вареники отменные. Блин, Алис. Я не знаю, какие вкусные должны быть, какие невкусные. Вроде что и да, что и да. Как-то приготовили нормально. Поэтому радоваться надо. Давайте эту попробуем. Всё? Опа. Так, вот эта красная ересь. Играет это, чтобы не умереть, в общем. Эту красную штуку надо есть, чтобы не умереть. Это... Потому что в сушах вроде там сырая рыба. Сырая рыба. Нет, от нее можно рыба. Отравиться и умереть. Поэтому надо красную штуку есть. Это она мне говорила еще года 3 назад, наверное, да? Нет. Да. У нас нет сырой рыбы, у нас малосольная рыба. Ну, блин, о, это, мне так предлагают это, скушать, как это называется? Шведскую такую, не малосольную, правда, как это называется? Такую шведскую консервированную рыбку. Хочешь попробовать со мной? Это деликатес в Швеции. Хочешь попробовать? Как она называется? Я не знаю, что. Вкусно? Квашеная рыба, во. Хочешь квашеную рыбу? Квашеная рыба. Сюрстрёминг называется. Не хочешь попробовать? Нет. Ну, летом, ну, знаешь, например, вишню. Консерв в апреле. Летим? Я не знаю, но море это дорого. Поехали на море. Ну, это дорого. Поехали на море. На море это дорого. Поехали на море. На пляж вот выйти нормально. Поехали на море. В прошлый раз мы ездили, там еще сколько? Три дня это мы дали, или 3 или 4 тысячи. Да хрена. Ну, это подешевле дорого. Подешевле поедем. Ну, есть там. Посмотрим. Там еще коронавирус. Лист, ты куда? Мрррр. В общем, лист утекает. Мрррр. Мрррр. Танцуют все. В общем, пока братиков наших венских нету, расскажу всю правду о суше. Суша, вот это, по сути, горчица. Это братская горчица, ее на сушку на...
поле ехать, это дорого. Так домик никогда не купится. Понимаешь? Не понимаю. В итоге выбираешь. Либо на море едешь, как говорится, либо домик имеешь. Опа. Что бы ты хотела? Чисто братский домик или братское море? Море. Ну как так? Алиска, а тебе что хочется? Море. Алиска, хочешь море или домик? Море. Аккуратно. Мне кажется, ничего не хочется. Так, а вам, ребята, что больше хочется? Что Фобик поехал на море или у Фобика был домик? Вот в чем вопрос. Это можете в комментариях написать. В общем, у нас есть проблема. Сказали, что у них не выходит пиццу сделать, но она у них ломается из-за сладкого соуса там какого-то. И предложили либо подождать еще, они другое тесто возьмут, либо как-то сделают, как сделают. Ну, в общем, я сказал, как-то как-нибудь, чтобы делали. Все равно сейчас кушаем и пойдем. Вот так вот. Поэтому пиццу... Ну, они пиццу делают, говорят, у них тесто будет. Ну, когда хоть как-то сделать, уже сидим, пойдем. Александр заставил меня снять пиццу, пока он покупает воду. Да, садится, хорошо. Сажусь. Только не, да, не облейся. Ко мне хочешь? Надоел, Саша, да? У кого пузо торчит? Что ты мучаешь ребенка? Капец. Алис, держись. Блин, ты поправь шорты. Привет. Мучает ребенка. Да?